have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и мы продолжаем играть в Void Bastards, которые космические подонки или подонки из пустоты. И теперь мне понятен символизм вот этой вот картинки, то, что здесь бесконечная вереница заключенных. Я немножечко обдумал то, что произошло в прошлой серии. Да, давайте пока нажмем продолжить. И... О, да, Стивенс, точно. А что за детали? Верстак, понятно. Итак, мы с вами зачистили первую космическую станцию. Перед нами открылось три возможности. У нас есть... вот эти вот чуваки, которых здесь называют вертухаи. Меня не очень радует. Во-первых. Во-вторых, я так понял, что у нас жизни восстанавливаются чисто за счет бутиков и всякого такого. Нету ни аптечек, ни восстановления, ничего такого. То есть, если нас убьют, мы просто начнем играть за другого заключенного. И я задался таким небольшим вопросом. Это что, получается, что если я буду играть не очень аккуратно, то сколько людей я здесь убью, пока добьюсь своей цели, потому что карта выглядит довольно большой, во-первых. Во-вторых, я не знаю, закончатся ли люди у меня, в принципе. Эти вопросы остаются пока без ответа, так как я не хожу за информацией в интернет, пока я во что-то играю. Это просто какие-то мои догадки, я не знаю, что будет дальше. Так, у нас есть... В смысле? Нет граждан, но полно разломов. Где-то лежит топливо, где-то лежат патроны. Несколько. Кто такой турист, я не знаю. Давайте, наверное, вот сюда сейчас сходим, потом пойдем сюда. Я могу не входить! У меня топливо просто на два прыжка. Я понял. Так. За топливом мне надо будет сюда потом идти. Все. До меня потихонечку начало доходить. Да, я возьму пистолет. Вот эту штуку, живодер. После... вот это я пока брать, наверное, не буду. Потому что я не знаю, что за туристы. Или... А, я в любом случае должен это взять. Наверное, вот эта штука, живодер, она будет... Склеп. Мостик. Но мне сюда надо будет сейчас направо, чтобы показать, где добыча. Мне сейчас надо будет постараться пройти максимально направо. А я не смогу. Тут у нас будет комната. Мне надо будет через охрану идти на мостик, да? А потом пойти уже по остальным отсекам. Ладно, я более-менее понял. Да, на таб у нас карта открывается. Здесь у нас штыковочный шлюш. Открыть. Чё там, напомните мне? Да, мне туда надо. Вот кто такой турист, я понял. Стараемся не мазать. Очень, стараемся не мазать. Хотя я немножечко в панике, буду с вами честен. Мне сюда не надо, я помню. Хедшоты их убивают, это хорошо.
Так, шок-заряды 8. Ну, я понял, выберите оружие. Да, блин, оно мне мигало тут перед глазами. Я понял, что эту штуку надо выбрать. Я не буду пользовать. Мне она здесь не понадобится, скорее всего. Ну, я на это надеюсь. Нет, блин, я могу тут пробраться на мостик? Я думал, что у меня не получится, но я могу тут пробраться на мостик. 30 пуль подобрано. Давайте я здесь уже всех перебил, годится? Так, я на мостике. Я не знаю, насколько, настолько разумно тратить то, что я сейчас трачу. Возможно, я поступаю не очень правильно. Возможно, это все нужно беречь. Но, с другой стороны, в прошлый раз я не смог ничего подобрать, пока не посмотрел, где добыча. Хотя я проходил мимо тех мест. Та твою за ногу. Турель. Да, тут, чтобы отключить все турели, нужно 30. Да, блин, хорош кашлять. Олень. Вот эти проходы не обозначены. Это интересно. Иди нафиг. Это страшно. Удачно. WCG imposes severe penalties for self-asphyxiation. You can requisition supplementary oxygen in ATMO modules. Так, а с них что-то подобрать можно? Кстати, где воздух? Воздух, воздух, воздух. Стимулы за утиль. Черт, я же не посмотрел. Где? А, я сейчас здесь. Прибывший гражданин. Вот здесь воздух, сзади меня, мне надо туда. Нафиг напугал меня просто до чертей сейчас. Тварь. То есть с них тоже лут может выпадать. Окей, я могу сейчас... Топлива очень много вот здесь. Мне надо сюда. Так. Мне нужно вот тут пойти. Черт, мое время здесь ограничено. Я забыл про воздух на секундочку. И сэндвичи. Сэндвичи — это восстановление хпшки. Это круто. Сэндвичи — это очень классно. Это я что сейчас сделал? Где? Я понял тебя. То есть сюда мне теоретически не надо, это шлюз. Черт! Сколько хп сняло, чтоб тебя... Я по инерции просто выстрелил. Твою за ногу.
Так, обращаем внимание на воздух. А это у нас что такое? Мне это надо? А, отображает еду на карте. А, я мог прочитать остальные, так бы он мне показал все остальное, да? Так, монета, шлак, прикольно. Блин, надо быстрее как-то. А, сюда я не пойду, сюда турель. Черт. Блин, как меня эта штука взорвала, это неприятно. Я слышу голос. А он там, я понял. Нафиг тебя. Так, ты кто такой? Питание включено. Окей. Надо пытаться хедшотить, но не всегда получается. Так, кислород, кислород. Топливо просто обязательно взять. Да хорош ты кашлять. О, тут что-то можно забрать. Все, что можно забрать, я заберу. Тут еще что-то можно? Да, можно. Отлично. Блин, я тут что-то пропустил. Там была добыча, надо вернуться. Нужно использовать по максимуму. Это не такой сложный корабль, я так понимаю. Тут... да, меня пару раз бомбануло, но в принципе... О, это хорошо, это я взял стимулы. Тут где-то остался... Там же? А это что такое? Разлом. А зачем мне разлом? Понял. Что мне с этого разлома? Я не совсем понимаю. Они с него появляются, что ли? Вот это вы имеете в виду? Так, там есть еще лутецки. Пойдем заберем. Я пока не все механики игры понимаю. От этого, пожалуй, немного страдаю. Но я думаю, что я разберусь. Получить стимул, да? Получить, пожалуйста. Хорошо. Какие-то стимулы я себе вернул. За переработку. Так. Идешь нафиг. Нет, там еще есть лут, не идешь нафиг. Парь попал в меня. Откуда он появляется? Так, ладно. Здесь есть еще какой-то лутецкий. Да. У-у-у, прикольно. И где? Еще там, да? Открой. Тут в шкафчиках. Тут что-то можно взять. Тут что-то можно взять. Ну, хорошо. По-моему, все. Мы тут залутали, и мне кажется, что готово. Можно просто валить отсюда. Фух. А, хавчик взяли. Топливо взяли. Все пальцы. Три пальца. Прикольно. Сопло ССП взяли. А, потом посмотрим, что оно дает. Шок заряды, пули, животера 13. Что за катаботы, не знаю. Био, инфо. Опа, дыродел можно сделать. Это круто. Ну давайте сделаем, раз разрешают. This is exciting. Your KPIs are really trending up. Стреляет убойными залпами по 6 стрелок. Следующее улучшение. Большой дородел выпускает еще 2 скрепки. А, скрепки, а не стрелки.
Ого. А назад я уже возвращаться не могу, я так понимаю, да? Минуточку, вы хотите мне сказать, что я должен... Почему они покрылись темным? То, что я туда уже не попаду, что ли? Ну, сюда мне нужно. Несколько уборщиков. Ну, хорошо, в любом случае, давайте сюда. Отдыхать я пока что, наверное, не Steve has буду. detected a vessel crewed by unauthorized persons of the same type that boarded the Void Ark. These vessels are highly correlated with dangerous occurrences. С опасными ситуациями связаны. Нет граждан, но полно разломов. Запас топлива, где-то лежит топливо. Запас патронов, где-то лежат патроны. Большой дыродел, шипомет, инжектор. На судне, медпульт, восстанавливает АЗ, шипы, био. Хочу ли я отдохнуть? Давайте я отдохну. Do a scan through the sector. There might still be some junk we can pick up. Aye, Captain. Я вас понял, ребят, но... видите, вернуться я уже не могу. То есть, мне, в принципе, туда... То ли я не знаю, как прокручивать карту, то ли ее прокручивать здесь невозможно. Это меня немножечко напрягает. Ладно, на это судно, да, мы идем. Ага. Нет, пойду я тогда вот с этим. Вот с этим. Ну, нет граждан, но полно разломов. Ну, то есть, мне говорят, что там нету людей. Ну, я на это надеюсь. Хотя никто турели не отменял, если чем. Что у нас здесь есть? Удаляет загрязнение, воздух, генератор, остановление питания. Прямо здесь. Лечит. О, а вот это неплохо. Еда, наверное, какой-то диспенсер. Давайте сейчас прямо пойдем. В генераторную. Питание включено. Его не выбило, и это радует. Значит, куда я хочу? Давайте по крыльям походим, посмотрим. У нас пока есть кислород. Я не знаю, если я буду бегать тут... Да чтоб тебя, блин, ты меня пугаешь этим кашлем. Дофига топлива. Тут разлом. Много разломов. Я до сих пор не знаю, что значат эти разломы. Это... У меня тут быстрее кислород уходит, или... Почему это так? Ладно, топливо мы нашли. Возможно, стоит закрывать за собой двери. Я вижу в этом, наверное, какую-то логику, если там есть разлом. Здесь жилой отсек. Тоже разлом. Нет радиации, масло тошноты. Это хорошо. Там еда. Возможно, есть... О, палец! Серьезно? Возможно, все-таки, да, есть смысл закрывать за собой двери. Хотя я их так подолгу держу открытыми. Ну, ладно. А, на этой карте лут не отображается, а на той отображается. А вот это интересно. Надо будет туда обязательно зайти. Так, морг. Давайте я наверну кружочек в эту сторону. Воздух здесь. Пока я его наполнять не буду. Я в масле, понятно. Турель, что ли? Да, турель. В смысле турист? Да, они появляются из воздуха.
Это очень плохой размен, меня тут убьют нафиг. 2 хп осталось. А это как раз то, что мне надо было. Черт, я не знал, что турели можно убивать пистолетами. Это очень фиг... Тут можно полечиться, стоп. Да, здесь можно полечиться. Главное не сдохнуть сейчас. 2 хп осталось. Ёпперс, это вот это я тупо разменялся сейчас. А, идем в ген, наверное. Да, тут был Лукецкий, я его не заметил. Вот как ситуация за секунду может стать отвратительной. Идем, наверное, через воздух. Пополнить кислород. Нет, давайте я подлечусь, потом вернусь сюда за кислородом. 50% это не так мало. Блин, интересно. Ой-ё. Интересно, насколько она меня... Ой, туристы. Насколько она меня вылечит. На сколько процентов, на сколько единиц. Турист. Ну, то есть, да, разломы порождают туристов. Ох, красиво. Целиком вылечил. Да, разломы порождают туристов. Все, я понял. Окей, будем это знать. А, нам бы на мостик. По сути, если к ним не приближаться, они для нас не опасны. То есть они просто есть, и все, они существуют. А, хочу ли я получить... Я до сих пор не уверен, зачем я это делаю. Возможно, тут есть все-таки какой-то дополнительный лут. Ох, да! Прибывший гражданин. Да, вот тут у нас осталась добыча, и заодно... Блин, нам нужен воздух. И воздух нам сейчас даже нужен... больше, чем что-либо другое. Откуда у нас жизни-то отнялись уже? Блин. Неужели меня уже одна из этих тварей рванула? Угу, нам сюда. У нас на 1,5 минуты кислорода осталось. Все, заправились. Пойдемте заберем вот этот вот тут. Их там реально много. Но я надеюсь, мы сможем. Ай, черт, я опять в масло вляпался. Со взрывными типами это опасно, вляпываться в масло. Я не могу прицелиться из-за этого. Кстати, патронов у меня тоже не так много. Так, тут я как минимум 2 разнес. Вот это Лутецкий. И вот это Лутецкий. Здравствуйте. Там еще один Лутецкий остался. Приближайтесь ко мне. Я опять в каком-то масле. Дайте я заберу лут, я уйду, честно. Шипы. О, шипы это... А, блин, дверь. Шипы это хорошо. Шипами я буду пользоваться, поскольку... У меня есть... Так, хпшечку не знаю.
Черт! Черт! Я видел, как это случается, я уже ничего не мог сделать с этим. Все, пошли отсюда. А, так, в принципе, этот корабль мы тогда исследовали, все залутали. И отсюда. Оставайтесь здесь на здоровье сами. Есть инжектор, есть сопла. Дофига топлива, один бургер. Хорошо, что я подлечился, хорошо, что я не сдох. Пальцев дофига. Не знаю уж, зачем они мне. Перерабатываем все это. В био у нас, кстати, довольно много био. О, шипомет. Тут у нас инжектор есть. Нужен просто гаечный ключ, серьезно. Давайте сделаем шипомет. WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. Спасибо. Ну чё, мы чуть Стивенса-то не убили, если чё. Ты у нас чем стреляешь? Тихо стреляет ядовитыми шипами, не тревожит врагов. Стреляет убойными залпами по... А, это скрепки, это шипы. Все, у нас есть тихое оружие. У нас есть пистолет, у нас... Так, хорошо. Статус. Какого у нас оружия? Пули 60, шипов 35, кстати, хорошо. Скрепок 25, но он стреляет залпами по 6. Они у нас закончатся очень быстро. Нам нужно больше скрепок, чтобы пользоваться этим оружием. Пока, в принципе, с пистолетом можно, наверное, ходить. Слой 2. Ну, пока я не вижу никакого способа вернуться. Дает случайную черту. Мало вертухаев. Где у нас... Торговые автоматы купи-продай. Зараженный воздух, охрана отключена. Турели и шипы отключены. Это круто, кстати. Или же сюда. Создание для лиходея, создание шокера. Несколько уборщиков. Еда. Все материалы. А тут торговые автоматы купи-продай на судне. Нету, по идее, никаких активных опасностей, только пассивные. То есть большой запас кислорода. Охрана отключена. Турели и шипы. В любом случае, я могу сюда пойти, потому что мне это потом даст возможность пойти сюда. А зачем? Ну, то есть, по идее... А сюда-то я, наверное, и не попаду. Терапия дает новые черты. Пули, шок, заряды, шлак. Концлагерь, Винцер. Скорая. Там будет мало вот этих уродов. У граждан есть стимулы. Где-то лежит топливо. Большой дыродел. И мне для него нужен вот этот инжектор. Там будет парочка вертухаев. Не парочка, возможно, больше. Угу. Сюда можно сходить чисто за стимулами. То есть, что я могу сделать? Я могу пойти вот... А вот тут что? Ну, сюда я в любом случае попаду. А, жужжалка. Кстати, жужжалка мне не нужна. Ладно, ребят, это на самом деле надо будет поразмыслить. Я не уверен пока, куда мы двинемся дальше. Насколько еды на 6 дней? Стимулов 30. На 10 прыжков у нас хватает. Жалко, что прыгать назад мы не можем. Для этого нам приходится выбирать. Что и как делать, и, наверное, прямо сейчас я не готов сделать этот выбор. Давайте я немножечко подумаю до следующей серии. На этом сегодня, ну, наверное, и все. А, кстати, видите вот эти лесенки? Мне кажется, что с этого места мы сможем попасть на второй слой. И вот тут нам серьезно придется выбирать, что нам нужно. Польза. Просто очки здоровья. То есть, если нужно подлечить персонажа, можно потом просто сюда скакнуть. Да, и тут медпульт есть, потому что это скорая. Ладно, ребятки. Да, все. На этом пока что все. Встретимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.